Всем доброго времени суток. Такая вот ситуация. Не могу фильтр снять никак. Уже разломал его весь. Все дедовские способы с ремнями там и так далее не помогают. Насквозь пробивал, тоже не помогает. Ни ключ газовый, ничего не берет его. В таком месте трудозастумал. Коллектор даже снял, ебаный, блядь. Что с ним делать, не знаю. По торцу он его бил, чтобы на удар открутить. Тоже не откручивается. Ребята, кто с чем сталкивался, подскажите, помогите. Честно, устал уже, бля, уже третий день машина вот так мучает меня. Какой-то фильтр сраный, то снять не могу, блин.